Для тех, кто любит морские прогулки, здесь раздолье яхты на любой вкус. Но вот как знать, какие из них надежные? За этим в морпорту строгий контроль. В первую очередь сотрудники транспортной полиции проверяют лицензию на перевозку пассажиров у владельца маломерного судна. Если с документами все в порядке, то могут возникнуть вопросы к загрузке моторной яхты. Допустить нарушение норм пассажировместимости значит подвергнуть опасности жизни людей. Наличие лицензии говорит о многом, тем не менее, и этого еще недостаточно, проверяют и капитанов. Нередки случаи, когда документы на право управления яхтой поддельные. Некоторые судовладельцы спешат заработать высокий курортный сезон, но в Сочи с этим строго. Проверки проводятся каждую неделю. За это лето было составлено 24 материала по происшествиям на воде. По каждому из них материалы направлены по подведомственности, либо в суд. Значит, оштрафованы судовладельцы, оштрафованы лица управляющие маломерными судами. Нами также выявлялись факты предъявления поддельных водительских удостоверений на право управления маломерными судами. Лица, использовавшие поддельные бланки, были привлечены к уголовной ответственности. При проведении рейдов также сотрудники транспортной полиции обращают внимание на наличие на судне спасательных жилетов и кругов. Пассажиров на таких небольших судах должно быть не более 12. На тех, кто не соблюдает требования безопасности на воде, составляют административные протоколы. Материалы направляют в ГИМС или Ространснадзор. В Сочи недобросовестных судовладельцев не будет, уверяют сотрудники линейного отдела полиции в морпорту. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.